Понимаю. Вот это я понимаю, подход творческий, креативный, как говорят сейчас современные. Отлично. Гриш, ты вошел в историю. Гриш, а расскажи для бабушки Нади. О, девица. Ну, пожалуйста. Бабушка Надя хоть порадуется, посмотрит. Ну, расскажи. Гриш, ну, пожалуйста, расскажи. Ну, бабушка Надя же не видела ни одного утренника. Ну, что отстань? Вот, Гриш, гадости говорит, ты не стесняешься. А порадовать бабушку Надю ты стесняешься. Пожалуйста. Ну, ради мамы. Мы даже слушать не будем. Дядя Валера покажет. Вот так ты на утреннике мне будешь? Значит, все, никакого тебе утренника. Нет, он на утреннике хорошо расскажет, ты запишешь, и бабушке Наде покажешь. Да? Да. Ну вот. Там 30 родителей будет сидеть. Ты же всегда, блин, нормально, а здесь смотри-ка. Один. Гриш, ну давай, произнеси речь. Ну произнеси. Ну, давай чё? Я тебе помогу. Не хочу. Нет? Ну ладно, скромность украшает мужчину. Давай, иди сюда, раздевайся.